Быстрее вылезайте, живо! Быстро, быстро, выматывайтесь. Пап, ты что сегодня так тихо ехал? Не суй свой нос в чужие дела. Антонио, я пойду позвоню в больницу. Кто его знает, может, какой-нибудь вызов есть? Хорошо. Пока, ребятки. Пока, пока. Дядя. Пока. Повторяю, ведите себя в школе хорошо, чтоб вчерашнего больше не было. Надо же было такое придумать, поджечь стул под учительницей. Хорошо, что успели потушить. Целиком не сгорело. Идите и мамочка, не смейте шалить. Мамочка, мама. Придирается. Мы всегда идем все хорошо. Ну, сегодня спички не принесли? Мариз, какие у нас послушные дети. Вот жаль только, что они похожи на твоего брата. Ну, пока, мне пора ехать. Пока. Сегодня ты вернешься домой вовремя, надеюсь. Клянусь, Мариза, вчера я задержался в больнице. Ну да, с медсестрой. С какой медсестрой? Тогда, значит, с докторшей. Немедленно, хорошо, сеньор, понял. И прекрати звонить главврачу. Ты ставишь меня в идиотское положение. Антонио! Все надо мной потешаются. Хорошо, что догадался позвонить. Срочный вызов. Надо немедленно ехать за женщиной. За женщиной. Как ты моего брата взял к себе в сообщники? Хороши, нечего сказать. В сообщники. Успокойся, какая-то русская старуха отдает концы в приюте для престарелых. Уже до старух докатился, потерял всякий стыд. Я люблю, люблю тебя, тебя одну я люблю. Я куплю тебе новую вставную челюсть на 13-ю зарплату. Хватит болтать, время теряем. Дождешься тебя, как же. Видишь, как ей плохо? Пластом лежит, бедная. Может, так очурилась? А это не наше дело. Взяли... Опа! Что вы со мной делаете? Как? Что вам надо от меня? Разве вы не та русская сеньора, которая... Нет, она вышла Извините. На третьем этаже! Ошиблись. Нахалы! Олухи! Будьте вы прокляты! Медицинские пиявки! Сеньора, не надо нервничать! Неучи! Я буду жаловаться! Антонио, куда ее? Куда ее пристроить? Откуда я знаю? Спроси у доктора. Доктор, куда нам ее положить? Откуда я знаю? Здесь все забито, ищите сами. Может, там дети, а? Здесь тоже все занято. Джузеппе, ты смотри, как все любят болеть, а там нет ничего. Нет, пошли давай, дальше. Давай. Есть тут свободная койка? Осторожно, здесь стол. А здесь есть свободная койка? Сам видишь. Неужели нельзя потесниться? В туалете свободно. Тебя бы туда положить, остряк. Перевернем сеньору. Молодец, держится. Сестра, вы бы тут хоть светофор поставили. Где тут поставить? Извините, доктор, наши старушенцы совсем плохо. У вас тут теснее, чем на стадионе. Вот, кажется, свободная койка. Не может быть. Осторожней на повороте. Я падаю. Держись за носилки. Чтоб вы все выстроили. А вот и кроватка. Свободная. Вы куда? Это моя кровать. Ты бы хоть газету положил, если твоя. Собственник проклятый. Куда ее? Давай сюда. Подвинься. Это вы мне? Да, тебе. А почему, собственно, ко мне? А потому что здесь самый худой. Раз, два. Не, вы видите, да? Не, вы видите, что они делают, а? Я ее не хочу. Вдвоем веселее. Я не хочу ее. Да ты погляди на нее. Сколько в ней секса. Убери руку, не видишь, нога сломана. Сантуся. Сантуца, он брыкается, мальчик. Пусть будет сын, мы с тобой заслужили это. После семи дочек должен быть хоть один сын. Никаких должен. Дочек, я приказываю тебе родить сына. Оставьте. Шевелится.
у вас регистратура? Налево по коридору. Вы ее муж? Кто, я? Да. Я ее не знаю, знать не хочу. Надо предупредить родственников, положение тяжелое. Уберите ее. Скажите мне правду, я умираю. Нет, нет, что вы, сеньора, не волнуйтесь. Увидите, еще нас всех переживете. До 90 протянете. Мне 92. А я что говорю, сеньора, а? Вы же всех нас обскакали. А знаете, что у вас аппендицит? Какой аппендицит? У меня нога сломана, не видите, что? Как будто при сломанной ноге у вас не может быть аппендицита. И не ставьте диагноз, кто здесь врач, вы или я? Обнаглели эти больные. Пошли в седьмую. Минуточку, профессор. Да. Вы должны обеспечить, чтобы она родила сына. Если опять будет дочка, я все здесь разнесу. Здесь медицина бессильна, все от вас зависит. Нечего увиливать от ответственности. Бабушка, наконец-то я тебя нашла, моя дорогая. Скажите мне, что с ней? Это опасно? Если говорить откровенно, диагноз не очень утешительный. Принимай во внимание ее возраст, ведь она все-таки не девочка. Ольга, и я умираю. Бабушка. Слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты знала. Я очень, очень богата. Не волнуйся, это пройдет. Увидишь, ты встанешь на ноги. Дай мне сказать. Ты у меня единственная внучка. Я оставляю тебе все, что у меня есть. Там драгоценности, золото, рубины, бриллианты, жемчуга на 9 миллиардов. Воды. Дайте воды. Скорее, воды, воды. Какой воды? Шампанского? Она бредит. У нее нет ничего. Она бедная. Ну, конечно, нет. Кто же с вами спорит? Конечно, нет. Бабушка, бабушка, не отвлекайтесь. Пи, бабули, пи. Это здесь ничего нет. Здесь, в Италии, фамильные драгоценности. Я спрятала в России во время революции. Поезжай туда, Ольга, возьми ключ. Я тебе завещаю сокровища в Ленинграде. Они спрятаны под львом. Ольга, запомни. Сеньора, умоляю, говорите громче. Здесь все свои. Чего она болтала о каких-то миллиардах золота, рубины? Да так, бесконтрольный словесный бред. Типичный пример delirium primordis. Конечно, типичный бред. А по-моему, она была в полном сознании. Да что ты, delirium primordis, типичный случай. Из ума выжила старуха, это же ясно. Не, ерунда все это. Чепуха. Бред. Сигареты? Нет, спасибо, сеньор не курит. Перестань бросать деньги на ветер. Ты пока еще не миллионер. Столько ценных вещей продали. Даже часы пришлось заложить. Да, мои часы. Какая разница? И фиат продали. Мой фиат. Перестань мелочиться. Я уже второй день не обедаю мелочиться. Я же не виноват. Ты-то обедал, а я на тебя смотрел. Правильно, я мозг, а мозг нужно питать, потому что... Не унывай. Скоро разбогатеем. Скорее бы. Надоело пешком ходить и без часов. Смотри, мафиоза! Христос и Святая Мария. А вы что делаете тут? Что мы делаем, Антонио? Мы вот с ним решили проехаться в Москву. Туда и обратно. На Тюрлик, да. Вы тоже в Москву? Да, повидать родственников. А вы что, не знаете, что я по происхождению русский? Да. А что, разве не заметно? Очень заметно. У вас прекрасный украинский акцент. Нечего психовать. Я психую? Психую. Розарио Гров в жизни не психовал. Святая Розалия, здесь что, дом свиданий? Скорее, притон бандитов. Пардон. Пардон. Доброе утро. И вы в Москву собрались? Видите ли, я слышу, что в России отличные ортопеды. И я туда же. Россия моя родина, но я никогда не была там. Ностальгию, говорят, теперь модно. Да, я понимаю. Пожалуйста. Сеньорида, я прошу... И этот здесь. Вся святая семейка. Сеньоры,
Раскроем карты. Я полагаю, притворяться бесполезно. Сеньоры, вношу предложение. Отменяет моего Шурина, если вы позволите. Давай. Ну, да. Говори. Хорошо, так вот, 9 миллиардов. Превосходные цифры. Отлично делится. Хватит на всех. Почему бы нам не договориться? Браво, браво, я согласен. По 500 миллионов на каждого на дороге не валяются. Одну минуту. По 500 миллионов, говоришь? Ну, если 9 миллиардов разделить на 6, то это будет... Сколько это будет, доктор? 1 миллиард 500 миллионов. Ясно? А я что говорю? Всем по 500 миллионов, а остальные мне и Джузеппе. Доктор, извините, но кто открыл бабуленьку? А кто приволок ее в больницу? Мы? Да этих 500 миллионов мне на сигареты не хватит. Поменьше курить надо, вредно для здоровья. А ты что, вздумал мои деньги считать? Да он ни считать, ни писать не умеет. Хватит со мной шутить! О чем вы? Вы что, с ума сошли? Смешно. Слушай, удивляюсь, как вы нахально делите мои деньги. Не забывайте, что я одна законная наследница сокровищ. Извините, сеньорина, но вы не знаете советских законов. Клад спрятан во время революции, и никаких прав на него вы не имеете. Так что вы такая же соискательница, как и все остальные. Ну что ж, увидим. Сеньоры, желаю вам удачной охоты. Ольга знает больше нас всех. Мне туда. Перед смертью старуха шепнула ей что-то на ухо. Что шепнула? Не расслышал. Тихо, мафия идет. Герметизация кабины. Экипаж приготовится к аварийному снижению. Я 60-15. Человек за бортом. Человек за бортом. Немедленно идите на посадку. Спасайте человека. Доктор, пациент нервничает. Может втянуть его обратно? Нет, нет, тогда мы все замерзнем. Доктор, а если вытолкнуть его наружу, и одним конкурентом меньше? Поймите, он необходим нам как затычка. Да, если он упадет, он себе голову расшибет. Вот именно. Для спасения пассажира принял решение садиться на автостраду. Садитесь на Минскую автостраду между 132 и 140 километрами. Уважаемые пассажиры, наш самолет производит вынужденную посадку. Это абсолютно безопасно. Просим вас не курить и пристегнуть ремни. Посадка. Надеемся снова увидеть вас на борту нашего самолета. Спасибо за внимание. Мама.
Мадонна, поездом надо было ехать. Браво! Браво русскому пилоту! Браво! Аэрофлот, браво, Аэрофлот! Молодец, ура, пилоту, Аэрофлоту! Да при чем здесь я? Вы посмотрите, что у вас на дорогах творится. Что ж, будем размораживать. Инструменты, маску. Эй! Доктор, я жив или на том свете? Добро пожаловать в Москву, сеньоры. Кто здесь сеньор Антонио Ломаццо? Он там. Сеньор Антонио Ломаццо. Кто здесь сеньор Антонио Ломаццо? Он ненормальный. Вы! Что? Кто? Что-нибудь натворил? Я ваш гид. Гид? Да. Нам не нужен гид. Мы не просили, нам даже плакать не на что. Вы говорите, гид, спасибо. Сеньоры, я бесплатно. Прошу взять цветы. Нет, нет, не надо и бесплатно. Мы обойдемся путеводителем. Извините, сеньор, отдай цветы. Простите, а вместо бесплатного гида нельзя получить бесплатные часы? Слушайте, почему вы все время вмешиваетесь? Я же не ваш гид, а его. Я буду сопровождать вас повсюду. Пожалуйста, не упускайте их обоих из виду. Они так нуждаются в вашем внимании. Знаете, мы обойдемся без вас, сеньор гид. Займитесь, пожалуйста, этой прекрасной сеньориной. Ей так скучно. С удовольствием. Благодарю. Но именно сеньор Антонио – миллионный итальянский турист, который посещает нашу страну. Да? Да. Мне только этого не хватало. И ты еще недоволен? Конечно. Обратите внимание, московский аэропорт Шереметьево принимает ежедневно самолеты из 63 стран мира. Сеньор Антонио, правее, пожалуйста, пройдите паспортный контроль. Да, я займусь машиной. Паспорт. Надеюсь, скоро вас увидеть. Чего он копается там так долго? Спасибо. Паспорт, пожалуйста.
Антонио, я уже прошел. Доктор, ну сколько можно? Доктор, он же был здесь, куда он мог деться? Вы загородили всем дорогу, отойдите в сторону. Скажите лучше, кто я такой? Ну я вас не знаю. Ну это уж слишком. Сеньор без паспорта ведет себя так нахально. Доктор, без вас нам будет очень грустно. Пошли, нам некогда. Один готов. Видите за моей спиной Хромова? Это известный контрабандист. Обычно он прячет наркотики в гипсе. Простите, вам придется пройти со мной. Чего? Мы должны произвести личный досмотр. Не, я не могу, я дрябнусь. Прошу следовать за мной. Слушайте, я протестую. Вы не имеете права. Идите, я буду жаловаться. Вас. Я жалуюсь. Можете жаловаться. Слушайте, я вас жалую. Это насилие над личностью. Мы имеем право. Оставьте меня в покое. Прошу вас. Что такое? Пожалуйста, что такое? Мы вам аккуратно снимем гипс. Это безобразие, это хамство. Я прошу вас сесть. Это нарушение всех международных правил. Ну, если прошу, у вас там ничего нет, почему вы так волнуетесь? Слушайте, садитесь. Не подходите ко мне. Не подходите ко мне. Я сам. Ой, ой. Мама ё. Ой. Успокойтесь, я вам покажу. Успокойтесь. Где Ольга? Ах, вот она. Слушай, я воздействую на нее своим неотразимым обаянием. Чем обаянием? Я покорю ее, и она мне все расскажет. Я приглашу ее потанцевать, и в ритме танго она не устоит. Как я выгляжу? Хуже не бывает. А как моя сестра? Ты что, забыл ее? Не волнуйся, она осталась в Риме, да и ухаживать за Ольгой я буду до известных пределов. Предел я установлю. Прошу, сеньора, ваша машина. А моя машина? Что вы все время вмешиваете? Я обслуживаю миллионного туриста, не мешайте работать. А я миллионный первый турист, да еще, к тому же, я его брат жены. Простите, неужели это ваш родственник? К сожалению. Прошу в машину. Милочка. Я готов. Садитесь к нам в машину, мы поедем вместе. А мы с вами не по пути. А, прошу вас. Я не могу найти повода, чтобы пригласить вас ехать с нами. Поедемте без всякого повода. На такую откровенность нельзя ответить отказом. Благодарю вас. От мафии еще никто не уходил. Ольга, позвольте моему Шурину за вами поухаживать. Это не доставит мне удовольствия. Но я же неотразимый мужчина, Ольга. Я хочу знать о вас все. Будьте со мной откровенны. Зачем? Зачем? Затем, чтобы узнать, что ваша бабушка шепнула вам на ушко. Заткнись, придурок. Но мама учила меня всегда говорить правду. Какая мама? У тебя ее никогда не было. А как же я тогда на свет появился без мамы? Но зачем же так болезненно реагировать на отказ девушки? Храм Василия Блаженного был воздвигнут на Красной площади в честь взятия Казани. Дабы архитекторы Барма и Постник не могли построить что-либо подобное, царь велел ослепить их. Несмотря на эту печальную легенду, мне тут нравится. Я останусь здесь. Да, прекрасное решение. Мы тоже останемся. Да, мы тоже. Сеньора, но я еще не все показал, не все рассказал. Но это не важно. Я с вами прощаюсь. Почему? Потому что я так хочу. А, да, но... Очень была рада с вами познакомиться. О, я тоже. До свидания. Давайте я возьму чемодан. Да, конечно. Куда она пошла? Чтоб тебя на всю жизнь так скрючило. Сеньор гид, простите, да? В какой гостинице мы остановимся? Гостиница «Метрополь». Отлично, гостиница «Метрополь». Давайте отправим туда наш багаж. А, с удовольствием. Да, да, конечно. Так удобнее, да. Сами пешком пройдемся. Пешком по Москве, да. Я предупрежу шофера. Да, пожалуйста. С ума сошел? В какой «Метрополь»? Нам же в Ленинград надо ехать. В отель поедет только багаж. Ольгу нельзя упускать из виду. Дорогие друзья, перед вами гостиница «Россия». Гостиница «Россия» одновременно может принять у себя более 5000. Сеньоры!
Красная площадь, сердце Москвы и всей страны. А мне кажется, что вы преследуете эту девушку. Да, мы? Нет! Неужели вы так подумали? Она красивая девушка. А вам она не нравится? О, совсем наоборот. Она! ГУМ! Один из крупнейших универсальных магазинов в Европе. ГУМ ежедневно обслуживает 200 тысяч покупателей. Колоссально. Внимание! Через несколько минут в салоне МОД начнется показ новых моделей весенне-летнего сезона. Начинаем показ туалетов весенне-летнего сезона. Скромное вечернее платье из серебристой парчи с глубоким вырезом на спине. Удобно для приема гостей. Повседневный рабочий костюм. Жакет из темно-синего бархата и брюки светлого тона. Девушка, вы что, новенькая, что ли? Я вас не помню. Платье из кремплена. Абсолютно лишено рукавов. Это удлиняет линию тела. Сеньор Антонио, куда вы? Здесь идет демонстрация там... мод. Остановите, сеньор, я прошу вас. Это безобразие. Я хочу узнать ее телефон. У нас не принято. Сеньор, остановите. Джузеппе, сеньор, у нас не принято целовать манекенщиц, сеньор Антонио. Извините, продолжайте, прошу прощения. Ошибка. Извините, товарищи, сеньоры. Она где-то здесь. Я вынужден применить силу. Длинное черное платье всегда украшает женщину. Красный роза на талии придает легкую загадочность. В этом платье вы можете пойти куда угодно. Эй, девушка, куда вы? Что здесь происходит? Наигрались. Итальянские туристы. Экспансивная нация. Первый день в Москве устали с дороги. Они здесь все разгромили. Ну почему все кое-что осталось? Ваши документы? Прокат автомобилей называется. Сторож на репетиции, он у нас поет в самодеятельности, а ключ у него. Только один ключ. Да? Если сторож поет, надо иметь запасной. Хорошее предложение. Как это мы раньше не додумались. Как обычно, у меня родилась выдающаяся идея. Ты гений. Я знаю. Надо будет этого Васильева взять в долю. Он знает географию и говорит не только по-итальянски, но и по-русски. Ты удивительно наблюдатель. И не говорит. Но тогда придется с ним делиться. Жалко. Ты опять мелочишься. Миллиардом больше, миллиардом меньше. Да, но я в жизни миллиарда в глаза не видел. Но я еще не придумал, как ему об этом сказать. Ты понимаешь, Джузеппе, тут важна форма. Тактично, деликатно надо к нему подойти. Ты прав, как всегда. Антонио, а? Идем, я это беру на себя. И побольше так-то, Джузеппе. Андрюша, ты хочешь заработать миллиард? Да! За наш общий успех. Когда у меня будет много денег, я займусь медициной и буду делать пластические операции. А почему пластические? Чтобы привести в порядок физиономию твоей сестры. Ты к ней присмотрись как следует, не такая уж она уродина. Видел я ее при любом освещении. Вся в тебя. Извините. Когда я разбогатею, знаете, что сделаю? А? Куплю себе русский ресторан. Тебе бы только брюхо набить. Да, а главное, чтобы не платить за это. Андрей, а ты что собираешься делать? Я женюсь. А невеста у тебя есть? Есть. Только она об этом не знает. Я предлагаю выпить за здоровье твоей невесты. Как ее зовут? А этого я не знаю. Я рассчитаюсь. Нет, вы гости, плачу я. Я же тебе говорил, Тони, что он заплатит.
спасибо, все было очень вкусно. Всем привет! А сейчас перекинемся в картишки. Эй! Угол нас! Стой! Стой! Скудяки! Останови поезд! Простите, сеньор, сюда, пожалуйста. А? Что вам надо? Вы нашли свой паспорт? Нет, весь самолет обыскал, нигде нет. Сожалею, профессор, но без паспорта вы не можете вернуться в Италию. Не могу вернуться? Но я итальянец, я живу здесь, в Риме. Тут у меня клиника, кафедра и, наконец, семья, любовница. Ничем не могу помочь. Найдете свой паспорт, милости просим домой. А сейчас прошу в самолет, таковы наши законы. Черт у ваши законы! Увидите сейчас же. Прошу сюда, пожалуйста. Я ненавижу самолет, ненавижу летать, меня укачивает. Вы еще пожалеете. Я найду на вас управу, бюрократы проклятые. Паспорт им дороже свободной личности. Будь проклят тот, кто изобрел паспорта. Остановитесь! Ну, просто! Ты кто не хочешь подвести? Потому что ты им не внушаешь доверия. Ты внушаешь! Остановитесь! 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 О, наша старая знакомая! Стой! Не узнала! Стой! Куда? Стой, нахалка! Стой, меня ядовито! Как ее зовут? Ольга! Мою невесту зовут Ольга! При чем тут твоя невеста? Это наш главный конкурент, ее нужно догнать! Остановим эту колымагу! Стой, стой, стой! Стой! Остановись, стой! Ради бога! Подожди, дай здесь кузов! Джузеппе, быстро в кузов! Подождите, быстро в кузов! Сеньор, не нужно! Спасибо! Спасибо! Спасибо, сеньор! Водитель, скорее вон за той красной машиной! Ну, давай, что ты копаешься? Быстрее, быстрее! Я помню, едем! Послушайте, а побыстрее нельзя! Побыстрее! Нельзя! Поддай, позвольте, я вам помогу с сцеплением. Вот третий сама просит. Ну, что ты делаешь? Что вы делаете? Людей убери руль. Хорошо, теперь руль. Осторожно. Дай руль. Не дам. Пусти. Скорее, скорее. Быстрее. Дед, ну поддай газу еще. Антонио, она уходит от нас. Джузеппе, посмотри. Антонио, за нами. Понял. Спасибо. Отстань, псих! Дед, ты прирожденный гонщик! Ну, давай его сюда! Антонио, ну, давай руку! Ну, что ты вцепился, ну? Осторожно, порвешь! Что порвешь, купишь новый! Быстро в последнюю машину! Что ты задумал? Это воровство! Я не желаю с этим иметь ничего общего! Какой ты русский! Ты неаполитанец! Thank you.
поехали, поехали! Не машина, а подводная лодка. Смотри, как тут красиво, как в аквариуме. Не открывай окно, болван. Осторожно, рыбку задавишь. Мы потеряли уйму времени. Вперед! Ссориться, сдавайтесь. Дайте-ка мне лучше сигарет. Она еще курит за рулем. Угощайся. Спасибо. Ольга, теперь вы наша пленница. Сопротивление бесполезно. Остановись, говорю, мерзавка, то хуже будет. Ах так? Она пропала. Из дороги свернуть ведь некуда. Что за чертовщина? Где она? Словно в трубу вылетела. Вот ведьма. Что такое? Колесо спустило? А? Бензин кончился. Дьявол, только этого не хватало! Так хорошо ехали, на тебе! Все время нам не везет. Вон бензоколонка. Вижу, давай подтолкнем. Раз, два! Поезд! Интригантка, все, что ты могла для нас сделать, я от вас этого не ожидал. Эй, сеньора! Рыбак, мы торопимся. Thank you.
Быстрее машину, каждая минута дорога. Интересно, как ты на ней поедешь? Не трогай его, пусть едет. А мы на пожарной. Прекрасно. Тут им работы надолго хватит, за мной. Точно, точно! Свистни, Андрюша! Не уйдешь от нас! Лестницу, лестницу выдвигайте! Она не догадывается, что мы ее преследуем! Смелее, Антоню! Молодчин, Андрей! Джузеппе, у меня кружится голова. Ой! Антонио, не бойся! Если ты упадешь, мы тебя подберем! Хоть ты и трус, а смелый! Я знаю. Откуда вы взялись? С неба. Что вам здесь нужно? Ну зачем же так грубо? Я по вас соскучился. Что вы делаете сегодня вечером? Что там несет на мою голову? Это свои. Я не могу вас оставить наедине. Мне дорога честь сестры. О, привет! Как поживаете? Хорошо. Я тоже, можно войти? Да, идите. Благодарю вас. Только не тормозите, а то вы его стряхнете. Я сама знаю. Не помешаю, синьорина? Да нет, что вы. Я к вашим услугам. Вы единственный из этой шайки, кому я рада. Ой, кажется, я падаю от счастья. Руки, голова, ноги. Ноги пока там. Вот вы и в сборе. Я весь тут. Старинный русский город, основанный то в 10-м, не то в 11-м. А кто его знает? Куда? Ты что, очумел? Пожалуйста. Да. Я просил больницу. Это говорит дежурная сестра. Сестра, очень хорошо. Я Розарио Агро. Родила? Да вы что? Она должна была давно родить. Сами задерживаете роды, чтобы мне побольше платить. Беременный? Кто беременный? Слушай, ты меня еще не знаешь. Когда вернусь в Рим, мы поговорим с тобой. Запомни это. Деревенщина неграмотная. Розарио Агро еще никто не обзывал беременным. На пятый путь прибывает поезд номер 42. Одесса, Ленинград. Скорый поезд Ленинград, Рига отправляется с третьего пути. Ты! Опять ты! Что ты крутишься, как комар перед моим носом? Встречу еще раз, вторую ногу сломаю. Санта-Розалия! Не зли меня, убью! Вот мы и в Ленинграде. До свидания. Сидеть. Мы ей отремонтировали машину, а она... Ничего, ребята, спокойно. Выходите, у меня нет времени, я тороплюсь. Копать землю – это тяжелая мужская работа. Учтите. Конечно, нужны мускулы, вы такая хрупкая. Найму землекопов. Дешевле обойдется. Ольга, по нашим законам, все, что находится в земле, принадлежит государству. Если землекопы найдут клад, они его тут же сдадут, куда положено. Но я законная наследница и возьму клад, если его найду. Это будет приравнено к воровству. Значит, вы, советский гражданин, участвуете в воровстве. О, не надо этой демагогии. Просто я люблю приключения. И еще больше деньги. Да, и деньги. Короче говоря, только мне известна та примета, которую сообщила мне бабушка перед смертью. Сколько вы хотите получить за нее? 70%. Остальное вам. Это откровенный грабеж. Нечего и говорить с этой сквалыгой. Эй!
кровопийцы. Сколько вы хотите? По 25% каждому идет. 65% мне, остальное вам. Нет. 60 мне, 40 вам. Не пойдет. 55 мне, 45 вам. Никогда. Мало. 50 мне, 52. О, понятно. Да, было бы так. А машина? Сбился со счета. Сейчас 147, 148, 149, 149, 149. У тебя что, заело? Видимо, заело. 149. Ольга, останови у этого зверинца. Ольга, остановите. 149. Все, 150. Все. Фух, отдохну немножко. Ребята, в этом городе львов больше, чем у жителей. Да, если копать под каждым, то и жизни не хватит. В этом театре танцевала моя бабушка когда-то. Давайте выйдем из машины и почтим память бабушки. Еще два. По-моему, надо копать тут, около театра. Почему тут, около театра? Потому что я так хочу. Тогда под каким львом? Их здесь два. Сейчас скажу. Дорогие сообщники, будем логичны. По-моему, это не те львы. Неужели вы думаете, что бабушка была настолько глупа, чтобы зарыть свой клад здесь, у театра, где всегда полно народа? Это нереально. А может, она оттуда копала? Изнутри, из своей гримерной. Ну, тогда это не бабушка, а граф Монте-Кристо. Не отправляться же нам на тот свет за ее секретом. Да, пока не тянет. А мне этот лев симпатичен. И потом тут есть вторая примета. Какая? Этого я не скажу. Вы нашли свой паспорт, сеньор? А если я его никогда не найду, прикажете мне всю жизнь летать? Но без паспорта вы не можете сойти на русскую землю. Это неслыханно, я уже 280 часов налетал в этих самолетах. А в Риме меня пациенты ждут. Жена, дети. И в конце концов я хочу принять ванну. Антонио! Я что, вас зря нанимала? Иду. Сильней. Еще. Лодыри несчастные. Прекратите работу. Ладно, кто здесь главный? Тихо, без шума. Ну, я У главный. У нас репетиция. Но... Почему не согласовали с нами? А сигаретку вынемте. Утечка газа. Нам велено срочно исправить. Значит, мы можем взлететь на воздух? Обязательно. Тут ведь как? Можете взлететь. Так. А можете не взлететь. Так. Иван, верно я говорю? О, это Ваня. Никого не осталось. Можете взрывать. Но помните, в этом театре пели Шаляпин и Каруза. Э-э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 -
я ему сейчас покажу. Интересно, что они собираются делать? Андрей! Коля, добрались! Внизу пустое пространство! Копай! Это еще что? Опусти! Ты меня еще не знаешь! Поймаю, откушу тебе ухо и заставлю сожрать его на моих глазах! Эй, ты! Рогоносец! Опусти меня! Черт из два! Молодец, Антонио! Подними его еще повыше! Молчи ты, нестриженная обезьяна! Ты у меня допрыгаешься! Сейчас мы тебя искупаем! Антонио, туда его, туда! В воду, в воду! Сейчас мы с тобой рассчитаемся за все. Давай, опускай! Бандиты! Убийцы! Розарио Агро! Еще никому не удавалось уничтожить! Мафия бессмертна! Я вас из-под воды достану! Да будет тебе вода пухом, аминь! Эй! Эй! Мы рассчитались с мафиозом! Где вы ходите? Мы клад нашли! Да делить он, делить он! Делить буду я очень хорошо делю. Мы, кажется, продырявили винный погреб. Ну и что? А в этом погребе клад. Не видишь? Тут только вино. Заодно и отпразднуем. Ты бы хоть иногда думал, что говоришь. Наш клад наверняка нашли те, кто рыл этот погреб. Да, Антонио, ты прав. Мы, к сожалению, опоздали. А что это за вторая примета, которую знаете только вы? Теперь уже не имеет смысла скрывать. В 100 шагах от льва должен быть фонтан. Смотрите, кто идет! Это мафиоза! Что это за чемодан? Тяжелый, видно. В чемодане, наверное, сокровища. Он нашел их под водой. Что мы стоим? Эй, бежим вперед! Тварюга! Это опять ты, проклятый хромой негодяй. Предупреждал я тебя или нет? А ну, прощайся со второй ногой. Теперь будешь хромать на обе. Не надо. Я сам. Я сам. Сидите, хватит нянчить, он украл коляску! Куда? Назад! Мост разводится! Стой! Стой! Джузеппе! Ты упадешь, Джузеппе! Остановись! Не стой! Извините, стой, товарищ! Куда? Некогда, некогда. Чемодан, подумай, стой, Джузеппе!
Стой! Что за пришло? Стой, ты сорвешь все уже! Самоубийца, что ты? Остановись! Ну зачем ты прыгнул? Он уже на другой стороне! Джузеппе, прыгни обратно, я тебя прошу. Еще один разок. Джузеппе, Джузеппе. Что ты пошутил, хватит, Джузеппе. Что, взяли гладиаты? Не стыдно. Ищи. Откуда у него совесть? Шульман, он же друг, Джузеппе. Вся семейка. Что ты пройдет магистраль. Надо снести этот дом за трое суток. За трое не управимся. Суток пять надо, не меньше. Дом-то какой. Нет, надо уложиться в срок. Я посмотрю здесь, в кустах. Нет, нет, нет. Он где-то там. Я знаю его повадки. Куда он провалился? Ну, где же он? Где же он? Вот он! Держите его! Попался изменник! Не надо! Не надо! Не надо меня бить! Надо! Отпусти! Чемодан, отпусти, дрянь, чемодан! Он хотел украсть мой клад! Выгнать его из нашего общества! Я больше не буду воровать, простите меня! Пошел вон, вампир! Уходи отсюда! Не раскаиваюсь, простите! Чтобы духу твоего здесь не было! Ой, хорошо. Как я люблю деньги. Как я денежки люблю больше всего. Давайте откроем чемодан. Да, да, зажата же. Тихо. Мамочка! Там бомба! Ложись! Сеньоры, перед вами Невский проспект. Это центральная магистраль города. Русские писатели воспевали Невский проспект. Возьмем Николая Васильевича Гоголя. Помогите! Помогите мне! Как ты туда попал, ненормальный? Как тебе это удалось? Сам не знаю, снимите меня! Я сейчас упаду! Ой, снимите меня! Снимите, скорей! Помогите мне! А вы говорили, 5 суток надо. Кто же знал? Подождите, я знаю, где зарыт клад! Где? Снимите, тогда скажу! Вы смотрели кино «Война и мир» называется, а? Антонио, мы с тобой вместе же смотрели! Ну, помнишь? Смотрели, ну и что? Знаете, кто написал эту историю? Толстой, а звали его Лев! Спасите же меня! Я заслужил прощения! Снимите же меня! Снимите! Лев Толстой, как-то я не сообразил. Вера. Сейчас принесу лопаты. Антонио, подожди. Антонио! Побежали за ним. Оля. Ой. Что с тобой? Нога. Нога где, Оля? Я тут немножко поиграю и верну тебе не простую, а золотую. Начинай отсюда. Да, да, отсюда. Быстрей. Быстрей. Антонио, этот монумент был воздвигнут к 50-летию со дня смерти писателя в 1960 году. Алло, больница? Говорит Розарио Агро. Чего? Не родила до сих пор? Это просто хамство. Ну хорошо, передайте моей Сантуце приятную новость. Клад мой.
ни одного конкурента не осталось. Я их всех на тот свет отправил. Пусть рожает наследника. Не устали? Я готов носить вас на руках всю жизнь. Не берите на себя столь тяжкий груз, надорветесь. Вы легкая. Но у меня тяжелый характер. Довольно секретничать. Что это за манера все скрывать от своих друзей? Не мешай, он мне объясняется в любви. Здравствуйте. А, Андрюша. Это мы. Ну, что это такое? Хоть бы ты сообщил, что ты приезжаешь. Мама. Ну, кого-то не слушай. И почему? А это кто? Твои новые друзья? Подожди одну минуточку. Ты весь испачкался. Мама, я уже вырос. Ну, разве нельзя же так? Подожди. Ты же взрослый человек. Удивительное дело. Он вылитый отец. Они не понимают. Неправда. Мать поймут все. Да они не понимают. Они итальянцы. Вы знаете, его отец... Они итальянцы. Итальянцы. Андрюша... Ты удивительный человек. Это на тебя похоже. Ты приглашаешь в дом иностранных гостей, а я совершенно не одета. Извините, проходите, пожалуйста. Спасибо. Сюда. Пардон. Пожалуйста. Положи ты ее, в конце концов, и поцелуй. Меня. Я мать. Здравствуй. Здравствуй. В доме иностранные гости. Пойди накрой на стол. И перестань целоваться, когда я с тобой разговариваю. 4 миллиона. И сверху 10. 10 и еще 30. И сверху 50. Твои 50 и еще 100. И еще 200 миллионов. На что играете? На бабушкины сокровища. Ну, играйте, играйте. Открываю. У меня валетная пара, а у тебя? 2 десятка. Мое что? Съел? А вот это королевский пингвин. Папа Андрея снял его в Антарктике. Да, он у нас полярник. Нет, папа полярник, а не пингвин. Вот это папа Андрея с друзьями. Это я в молодости. Скажите, а с Андреем это у вас что, серьезно или просто так, а? Вот это тоже папа Андрея. А вот это Андрюша. Он только что получил звание капитана милиции. Но, по-моему, форма ему не идет. Он выслеживает особо важных преступников. Первый. Докладывает Окунь. Товарищ полковник, я прошу освободить меня от выполнения этого задания. Я не могу больше принимать участие в этом разбое. Взорвана бензоколонка, сгорела автомашина, уничтожаются памятники архитектуры. Товарищ полковник, я с трудом упрашиваю власти, чтобы они не задержали итальянцев. Я не понимаю, товарищ полковник, неужели эти сокровища стоят столько, чтобы... Понял. Все понял. Есть. Продолжать выполнять задание. Петр Максимович, привет супруге. И еще миллиард. 1 миллиард и 5 сверху. 6 миллиардов. Точно. Это тебе что, семечки? Ты что, сюда приехал меня в карты обыгрывать? Или сокровища искать? Шулер. Чего ты злишься? Я же не виноват, что мне идет карта. Все полетело к черту. Деньги кончились и клад не нашли. Антони, успокойся. Что ты мечешься, как лев в клетке? Лев в клетке. Лев в клетке? Словно лев в клетке. Это любопытно. Чему вы радуетесь? Я знаю, где сокровища. Нет, вы послушайте, что я узнала. Сначала мне скажи. Тссс. Ни слова при Васильеве. Он специально приставлен, чтобы за нами следить. Вот он. Клад. Конца нет этим хищникам.
Ольга. А что вы делаете сегодня вечером? Я намерена провести его с вами. Эти сокровища так надоели. Мне кажется, что я уже нашел свое сокровище. Оставим этих мазуриков здесь и идем ко мне в номер. Я человек светский и умею проигрывать с честью. Ступайте, дети мои. Ну? Пока. Пока. 11 вечера, светло. Невежа, это белые ночи. Смотри. А эти что? Из могилы вылезли? Ольга, давай поужинаем вместе. С удовольствием. А что ты будешь пить? То, что ты предложишь. А что ты будешь есть? То, что ты закажешь. Алло, ресторан? О, какой огромный! Как же копать под живым львом? Ты видишь, в 100 метрах от льва фонтан. А здесь лев. Понял? Уловил идею бабушки? Нет? Бабуля зарыла клад под хищной зверюгой, а не под каменным львом. Живой сторож. Так, теперь слушай меня внимательно. Прежде всего, необходимо установить личный контакт между нами и львом. Кто из нас пойдет на это? Ты? Как бы не так, ты. Ну, пошел быстро. Бобик, Бобик. Привет, Лева. Добрый вечер. Он совершенно не понимает по-итальянски. Конечно, не понимает, он же русский. Давай быстрее копать, пока он уши развесит. Я так рада, что мне удалось сюда приехать, иначе мы с тобой никогда не встретились. Я тоже очень счастлив. Наконец-то мы вдвоем. И рядом нет этих оболтусов. Поцелуй меня! Погаси лампу, я сейчас приду. Оля, я же на работе. Задерни шторы. Очень светло. Ну, если ты так настаиваешь. Раздевайся. Я почти готова. Я давно готов. К стене отвернись. Я тебя стесняюсь. Закрой глаза. Я иду. Оля! Оль! Ольга! Оля, открой! Это не остроумно. Я-то думала, что ты на самом деле любишь меня. Ты, оказывается, приставлен, чтобы следить за ней. Грязный шпион. Я тебе сейчас все объясню. Все и так ясно. Не хочу слушать. Оля, к нам в милицию попала телеграмма, подписанная Маризой, женой Антонио, о том, что Антонио не турист, а искатель клада. Я не виноват, что это дело поручили мне. Оля, я люблю тебя. Нет, Андрей, я тебе не верю. Между нами все кончено. Прощай. Oh.
perché ti voglio bene. Spokojnej noci, Romeo! No, non ti fermare mai. Алло, диспетчер, говорит сотрудник уголовного розыска Васильев. Только что от гостиницы «Астория» отъехало такси номер 3670. Капитан Васильев. Он высадил пассажирку у входа в зоопарк. Где? У зоологического сада. И как этот милиционер узнал о кладе? Мы же сами ему сказали, помнишь? Помню, умник, помню. Но он уже все знал, когда встречал нас на аэродроме. Значит, его кто-то предупредил. Мариза, я это только что узнала. Твоя сестра, твоя жена. Ревнивая дура! У меня 7 дочек на выданье. Годи! Пусим! Так, его! Так, ну теперь ты отсюда живым не выйдешь! А я тебе ухо откусу! Только не ухо! Убью и здесь зарою! Да перестаньте же вы драться! Здесь на всех хватит! В жизни такого не видел! Мы богаты! Эти сокровища принадлежат государству. Я заявляю вам это как капитан милиции. Руки! Ой, Лев! Сидеть! Сидеть! Помогите! Мама! Спасите меня! Оля, без паники! Без паники все! Организованно выходим! Он всех нас сожрет! Помогите! Помогите! Ну, Антонио! Не будем бояться! Я не хочу, чтобы нас сожрали! Помогите! Белый милиционер, Андрей, стреляй! Чем стрелять? У меня нет оружия! И потом я член общества по охране животных! У меня родилась идея, если лев накормлен, он не опасен. Ольга, женское тело нежнее, чем мужское. Только тронь, я тебя самого туда кину! Что толк у меня бросать кожу до кости? Что ты споришь, дилетант? Бросим льву милиционера, клад нам достанется! Розарио Агро еще никто не сжирал. Ой, скорее. Чего ты копаешься? Открывай! Нахалы, пропустите женщину! Я единственный ребенок в семье! И тот дефективный! Шкатулку не забудь! Оля, беги! Пустите меня! Пустите! Джузеппе! Джузеппе, придержи его! За мной! Не ешь меня, я невкусный! Не ешь меня! Подождите! Не бросайте меня! Oh, my God.
сеньоры. Золото мне. Не трогайте, ловец. Оно сейчас дорожает. Сеньоры, сеньоры, успокойтесь. Это убери все руки. Не ваше. Почему? У тебя зависит. Нет оружия. Что? Мы тебя не боимся. Сеньоры, сеньоры. Это ледище. Бандиты. Не бейте его так сильно! Не учи меня! Я знаю, как бить! На! Держи! Получай, бандит! Ах ты! Нет. Вы авантюрист! Чищи, лев! Ой, мама! Уйди! 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 Помогите! 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 Пошел сюда! Идет, идет! Держи сюда! Андрей, не сходи с ума! Не пускайте его! Ой, прет. Не пускайте его! Не убирайся! Тихо вы, тихо! Надо узнать, здесь он или нет. Я боюсь! Держи дверь! Я боюсь! А ты посмотри! По-моему, он ушел. Он здесь. Я чую его запах. Спасайся, кто может! Бежим! Куда? Бежим! Давай руку. Ну ладно, пошутил и хватит. Мотай отсюда. Мотай. Thank you.
Вот он, по матрешкам. Ваш пропуск. Быстрее! А, какая встреча! Ты, растяпа, вот и доверь тебе чужое добро! Ромой! Костыли переломаю! Стой! Ты стоги, паралитик! Стой! Если тебе жизнь дорога, стой! Остановись! Отдай мои сокровища! Отдай клад! Клад мой! Ну, погоди, догоню, будешь от Розарио Агро еще никто не уходил! А я ушел! Вор несчастный! Стойте! Ой, я понял, лев преследует только того, у кого сокровища. Тише ты! Лева. Левочка, давай. Фас, Лева. Возьми его. Жми. Возьми. Левочка. Лева, дай его. Уйди, животные. Куси. На, подавись, скотина. Бежи! Не выводи меня из терпения. Если Розарио Агро озвереет, плохо тебе будет. Ты меня понял? То-то. Уходи. Пошел отсюда. Надоел ты нам до смерти. Ой, проголодался я от этой беготни. Он еще больше проголодался. Будь спокоен. Я замерзла. А я совсем закоченел. Даже кашель начинается. А вот. У меня радикулит. Я долго не могу на камне сидеть. Ну, так хватит слезай. Ныть, сеньоры. Льва я беру на себя. Спускайтесь к реке и быстро садитесь в лодку. Ты настоящий мужчина, Андрей. Иди. Мысленно я с тобой. Ольга. Андрей, не ходи. Останься с нами. Может, и ты хочешь идти с ним? Пожалуйста. Никто не возражает. У Льва будет обед из двух блюд. И первый, и второй. Он будет очень доволен. Не облизывайся. Потерпи. Я иду. Ну, здорово. Давай побеседуем. Здорово. Послушай, как тебе не стыдно? Где твое гостеприимство? Ты же хозяин. Хозяин, Лева. Спокойно, нервничай. Я тоже нервный. Лева, ты опозорил наш город. Это же иностранные гости. Ты должен быть вежлив и приветлив. Посмотри, куда ты загнал этих несчастных итальянцев. Ну, зачем тебе клад, родной? Зачем тебе деньги? На что ты их будешь тратить, сеньоры, побыстрее, пока я заговариваю ему зубы, но слов уже не хватает. Ну, тебя и так всю жизнь будут кормить бесплатно, не то что меня. А твоя львица, вряд ли она станет носить эти драгоценности, которые... Сеньора, несу полную околесицу, он меня сейчас раскусит. Быстрее. Лева, я бы на твоем месте... Спокойно. Держи себя в руках. Я бы на твоем месте поджал бы хвост и вернулся бы в зоопарк. Понял? Вот молодец. Пошел. Подожди, зоопарк в другой стране. Лёва, куда? Куда? Аривидерчи, Лёва! Что, съел губошлё? Да? Возьми теперь нас, возьми! Клад-то наш!
Молодец, Андрей! Тебе надо работать в цирке укротителем хищников! Раз и два. Васильев! Чао! Черт из два, теперь догонишь! Спасибо за помощь! Будь здоров, привет! Чао! Зачем тебе столько денег? Дай мой клад, скотина неграмотная! Отдай! Отдай! Страшно. Убери свою грязную лапу! Вот он! Вот. Осторожней! Бабушкины драгоценные! Оля, Оля, спокойно, сейчас мы поймаем, спокойно! Ты же в субботу! Замутил, тебе же всегда не видно! Это ты виноват! Хватит ныть, истеричка! А кто его знает куда? В Африку уплывает! Мои сокровища! Ждите меня на берегу! Первый, я окунь, докладываю со дна Невы. Клад наш.
Хватит шутить, ребят. Милиция! Их там много, мы одни. Уноси ноги! Все пропало. Сошлют в Сибирь. Здравствуйте. Не оставляйте меня! Подождите, сеньоры, подожди. Стойте, куда вы? Подождите, сеньоры! Розарио Агро! Еще никто не догонял! Подождите! Остановитесь! Остановитесь, сеньоры, стойте! Подождите! Пушку не возьмешь! Да не на тех напали! Остановитесь! Стойте! Первый раз в жизни вижу таких балбесов! Стойте! Да послушайте вы! По нашим законам, лицам, нашедшим клад, полагается 25%! Это гигантская сумма! Да стойте же! Стойте вы, наконец! Повтори, что там нам полагается? Вам полагается 25%! Хромого будем лечить бесплатно, а вот с мафиоза придется удержать стоимость бензоколонки, сгоревшей машины и 20 изуродованных каменных львов. У меня нет ни гроша, как я домой вернусь? Но за то, что он помог снести старый дом... Ему причитается премия в размере стоимости билета Москва-Рим. Хоть на этом спасибо. О чем ты говоришь, господи? Жаль, что вы уезжаете. Мне вас будет не хватать. У нас в Италии есть поговорка, кто нашел друга, тот нашел клад. Да, точно. Запомни, у тебя в Италии есть друг. Спасибо. Андрей, два друга. Спасибо. Три, Андрей. Если кого надо убить, напиши, приеду. Вряд ли мне это понадобится. Пардон. Что за чудеса? Как поживаете? Внимание, внимание. Сообщение для сеньора Розарио Агро. Это мне. У меня сын родился. У вас время, родилась девочка. Поздравляем и желаем браво, вам счастья. Браво, браво. Боже мой, восьмую родила. Кто их возьмет в жены? Поздравляю. До свидания. До свидания. До свидания, капитан. Майор. Ах, вот как. Счастливый, сеньор капитан, до свидания. Майор болван. Майор болван. Так тебе и надо, бандит. Помолчи ты. Идемте, идемте. Неужели вы не понимаете? Майору надо проститься с Ольгой. Объявляется посадка. 8 девок, да жена, 9 женщин в доме. Вернусь в Рим, отбивную сделаю, научится рожать. До свидания. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Оу, знакомое лицо. Кто? Это же доктор. А, доктор, добрый день, как дела? Борода вам идет. Здравствуйте. Что-то вроде располнели, а? Да, я мало двигаюсь. Да? Без паспорта меня никуда не пускают, ни в Россию, ни в Италию. Я вынужден болтаться между небом и землей в этих проклятых самолетах. Кстати, чем кончилась эта история с сокровищами? Что касается сокровищ, доктор, ты с кем вздумал делиться? Кто его знает, этого бородача? Какой клад? I don't understand. Прошу пройти в самолет. Благодарю. У меня потрясающая новость. Какая новость? План. Тут указан клад индейцев Чероки в Америке. Крестом отмечен. Ты понял? Его зарыли под Баобабом 200 лет тому назад. Весь Рим купим на эти деньги. Сколько ты заплатил за эту тайну? О, сущие пустяки. Всю твою долю. Так вот, вылетаем завтра. Я уже заказал билеты на самолет Рим-Нью-Йорк. Рейс 201. Антонио. Да? Пошел ты знаешь куда. Nella notte vada lei, no, non ti fermare mai. Va pensiero mio, come fossi qui. Dille quello che non le ho detto mai. Voglio che torni da me per sempre. Vieni, amore, vieni, io ti amo. Te.
torna, torna, amore mio, perché ti voglio bene. Dolcemente vado a lei, dille quello che non sa, dille quello che non le ho detto mai. Dolcemente nella notte, come fosse qui con me, lasciami sognare che noi stiamo sempre insieme, sempre la tua mano nella mano, fino a quando resterà. Lasciati baciare, cara, poi la luce porti l'alba. Vieni, amore, vieni, io ti amo. Torna, torna, amore mio, perché ti voglio bene. Perché ti voglio bene, dolcemente vado a lei, no, non ti fermare mai, va pensiero mio, da lei.